Здравствуйте, уважаемые зрители канала Пилот Пикси. В этом ролике я хочу рассказать, как быстро установить X-Plane 11 версия 34. И через 5 минут после ее установки начать летать красиво. Для этого вам необходимо скачать X-Plane 11.34 Full, его вес 77,5 гигабайт. Значит, в этой версии улучшены версии самолетов Byron B-58 и Cessna 172. Добавлены ландмаски Нью-Йорка и Вашингтона из X-Plane 11.35. Улучшены виды луны, деревьев, взлетных полос аэропорта, проезжих дорог, цвет неба, цвет структуры воды и структура воды. Убрана дымка, убрано мерцание теней от облаков, оно меня сильно раздражало в версии 11.34. Улучшены тени в кабине самолета. Также установлены плагины Avitab, BlueFX, Fly This Low вместе со скриптами, сам Sea Traffic, Terrain Radar, XP Realistic Pro, Goodbye версия 5.0.3 и SkyMax Pro версия 4.5. Установлены сценарии более 400 аэропортов, включая новый сценарий Симферополя. Установлено улучшенное ночное освещение. России, к сожалению, пока нет. Установлены сценарий Simheaven 2019 года. Улучшены сценарии аэропортов Prefab. Они делают красивые аэропорта, если нет конкретного сценария на аэропорт. Также установлены дополнительные сценарии городов и регионов. Москва, Вашингтон, Нью-Йорк, Бразилия. Там целый перечень, их долго перечислять очень. Установлены все актуальные библиотеки. Отредактирован файл сценарий по КНИ. Дополнительная папочка есть, дополнение, в которой положены плагины. NOAA Venter, погодник, трекер XP300 и раскладка клавиатуры. Их устанавливать самостоятельно по желанию. Дело в том, что устанавливать трекер XP только при наличии веб-камеры. NOAA Venter устанавливается на Windows, не только в X-Plane. Вот. А раскладка клавиатуры там уже посмотреть самим. Более подробно про нее я рассказывал в ролике про X-Plane 11.34, облегченная версия. Также включен образ диска NoDVD. Вот. Нет папки X-Plane 11 Global Scenery. Ее надо поставить из ранних закачек или скачать отдельно. Сделано для облегчения раздачи. Все-таки она весит 50 гигов. Так, то есть копируйте менеджер URL, как всегда, и делайте загрузку. Итак, после скачивания архива и его распаковки получите папку 11 X-Plane 34 Full, переименовывайте в папочку X-Plane 11. Что здесь у нас? Как всегда, еще есть файлы для установки и убрать деревья и установить деревья. Если вы летаете с фотоподложками, деревья лучше убрать. Если без фотоподложек, то оставить по умолчанию. Сейчас они по умолчанию установлены. Итак, что вам необходимо будет сделать перед тем, как начать полеты? Первое. Установить папку Global Scenery. X-Plane 11 Global Scenery. То есть вот так перетаскиванием поставили ее. Или скачали вы ее отдельно, или же вы ее взяли с предыдущей версии. Так, второе действие. Открываем папочку X-Aviation. Вот здесь у вас есть этот файл, но его удалить, потому что у вас свое железо с
ставим галочку Mixmax по версии 4. Все, лицензия у нас есть. Делаем ярлык на рабочий стол. Вот, у нас есть. Запускаем Explain. Итак, мы выполнили загрузку в аэропорту Астафьева в Москве. Давайте посмотрим, какие плагины у нас установлены. Плагин админ. В первую очередь включаем SEA Traffic плагин. У нас, как видите, работает SkyMax Pro. Прорисовал. BlueFX работает. У каждого свои настройки под свой монитор, но я вот такие предпочитаю настройки. Так, Goodway. Проверяем работоспособность плагина. Как видите, показывает, где мы находимся. Так. Давайте это увеличим. Вот, оставь его, да. Карта, к сожалению, в этой версии не очень хорошая, но для того, чтобы проложить маршруты, вполне достаточно. SkyMax Pro конфигурация. Это моя конфигурация. Вы можете выполнить себе другую по своему усмотрению. Ролик отдельный по настройкам SkyMax Pro у меня на канале есть. Avitab. Можно посмотреть более подробно карты, где находимся. Так. Xperia Listic Pro. Все работает. Сам Terrain Radar. Все работает у нас. Итак, давайте попробуем сейчас взлететь, посмотреть, что у нас получится. Здесь загружен. Сейчас у нас сценарий Москвы. Ну, что я могу сказать? Данные сценарии, они очень тяжелы. Не каждый компьютер справится с этим сценарием. Сейчас вот одновременно загружен и SkyMax Pro, и сценарий Москвы. И то, и другое очень ресурсоемкое. Что можно посоветовать в этом случае? Значит, мы можем уменьшить дальность до определения объектов. В этом случае FPS у нас подрастает чувствительно. Это первый вариант. Если все равно компьютер не тянет, то в этом случае уже сейчас я покажу, что сделать. Все-таки вы чувствуете, да, что компьютер у вас слабенький. У меня довольно-таки мощный компьютер. Вот настройки мои, давайте я покажу вам сейчас. Да, почти на максимуме. Но если вы чувствуете, что компьютер у вас не тянет, сделайте следующие действия. В папочке дополнения создайте дополнительную папку и обзовите ее, допустим, G1. G1. После этого откройте папочку Custom Scenery. И найдите здесь файлы, которые начинаются на G1. И наиболее ресурсоемкие, так как каждый файл идет со своими подложками, со своими библиотеками, и перетащите ее в эту папку. Можно удалить, но лучше перетащить, будет потом хорошее железо, будете, как говорится, вспоминать.
И еще что не забудьте сделать. Копируйте вот этот файлик сценарий по огни свой, чтобы потом не настраивать лишний раз. И скиньте его в папочку. Так, вот давайте сейчас посмотрим, как будет выглядеть Explain. Ну, давайте посмотрим, как будет выглядеть сейчас наш полет. Вот видите, сценарий Москвы немного изменился. Я не скажу, что он стал хуже. Как видите, у нас 90% как было по умолчанию определения, так и есть. Но FPS уже повеселее. Я думаю, достаточно. Если у вас и в этом случае FPS очень низкий и ничего не получается сделать, его, значит, может еще сильно тормозить SkyMax Pro. В этом случае делаем следующее. Открываем свою папочку дополнения в новом окошке. Открываем папочку SkyMax Pro и перетаскиваем сюда три папочки. X-Aviaton, которая лежит в корневой папке Explain. Потом заходим в ресурсы, плагинс, Gizmo 64 и Silver Ning. Silver Hirling. Перетаскиваем папочки. Все. На этом завершено у нас. Давайте сейчас посмотрим, что у нас будет с нашим. Так. Ну вот, загрузились со стандартной облачностью. Давайте-ка сделаем взлет и посмотрим, что у нас получилось. То есть FPS у нас приподнялся еще.
Да, еще один момент, да. Не забудьте поставить ваш виртуальный дисковод, диск Expedient Snow DVD. Хотя я летаю без него. Могу продемонстрировать вам. Видите? Его нет. Смотрите, программа запускается. И ничего не требует. Ну, это вы уже видели сейчас, что я летал, и как бы никаких дополнительных требований мне предъявлено от программы, от компьютера не было. Эта раздача предназначена для тех, кому некогда разбираться с эксплейнером, кто не хочет с ним разбираться, кто хочет скачал, поставил, через 5 минут полетел. Вот как бы эта загрузка именно для таких людей. Если вы хотите поставить фотоподложки, пожалуйста, скачивайте их отдельно, ставьте файл Scenery Pack ini, редактируется. Это самое. Есть отдельный ролик по его редактированию. Ну а так, ну, просто фотоподложки все стоят в самом низу. Вот. Ну, по установке дополнительных плагинов, это Tracker XP и погодный плагин. Есть отдельные ролики. Я не хочу повторяться, чтобы не затягивать этот ролик. Вот сейчас просто посмотрим, что загружается у меня без диска. Как говорится, для чистоты эксперимента. Как видите, все загрузилось. Все работает без проблем. На этом все. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами канала. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.